И всем привет, дорогие друзья, у микрофона, как всегда, Кристофер Фланери. Да-да-да, всем привет, давненько не было видеороликов, ибо я жестко, прям вообще жесточайше заболел, целый месяц валялся дома. Но если быть честным, у меня просто неделю была ангина, а остальные три недели я решил себе небольшой отпуск взять и чуть-чуть погулять. Ну что могу сказать, сегодня у нас будет, как всегда, админ будни на самом замечательном, самом лучшем проекте BlackRussia.online. Скачивай игру по самой первой ссылочке в описании, заходи на мой 19-й грей сервер, который самый лучший, самый серый, самый сочный на BlackRussia. И туда вводи мой ник при регистрации Кристофер Фланери, а потом уже и вводи мой промокод хэштег Фланери и получай Bugatti Eleanor на халяву, да. Будешь самым крутым среди бомжей. Да, на первом уровне. Да и не только на первом. Ладно, короче, о чем я? А, да, во, короче, у нас сегодня будет админ будни, получается. Сегодня будем следить за игроками, наказывать ппшеров и просто, как всегда, заниматься полной хренью. Ну, в принципе, у нас по-другому и не бывает. А потом уже и отхватывать люлей от нашего любимого главного администратора. Не буду мять яйца коту, как говорится, пора начинать. Так, вот, пацанчики, девчаточки, я уже нахожусь на грей-сервачке в BlackRussia. Времени нынче у нас 2 октября 2024 года, 11 часов утра, то есть вся Россия просыпается, все школьники просыпаются, кто со второй смены сейчас заходит в BlackRussia, играет, а потом уже идут в школу, а первая смена только заканчивает учебу. Что могу сказать? Хорошее время, чтобы поадминить у нас. Так, погнали, получается, первым делом у нас на сервере находится 707 человек. Я первым делом хочу, что сделать правильно, это пройтись по рекону. Администрация у нас сети тут 2. Ну, если не считать меня, то вообще один администратор. Это наоборот хорошо. Знаете, почему это хорошо? Потому что репа 12. А это означает то, что правильно, мы сейчас с вами пойдем и будем ловить ЕППшеров. Я забыл, что добавили Нижегородск. Я не привык, что сейчас какой-то новый город вместо этого там находится. Включаем DL, то есть дебаг. Сейчас будем следить и наказывать. Так, что-то тут жестко лагает. Я не знаю, в чем проблема. У нас тут количество теней, все хорошо. После обновления какие-то проблемы с оптимизацией начались. Давайте-ка 432-й айдишник заспавним. Это у нас танк самповский, BlackRussia, без разницы. Где все пупсики? Я тут жду, пока кто-то начнет ЕППшить. Пока что, в принципе, тут никого не вижу по дебагу и никого не вижу на мини-карте. Так, давайте-ка слэш-долвих пропишем и заспавним уже 520. Ой, это аудюха у нас. Это у нас аудюха. Она надо 522. 522 это у нас Kawasaki Ninja, наши любименькие. Все, погнали вниз. По полюшку летим. По полюшку летим. Тут, в принципе, никого я не вижу. Пока что нету никого. Че, все законопослушные такие, что ли, не ИППшит никто? Или тут ввели систему анти-ИПП? Мне проще всего это интересно знать. Если это так, то я просто так сюда телепортировался и теряю свое время. А давайте-ка, кстати, это мы и проверим. Заспавним, давайте Lamborghini Aventador S 415 айдишником и просто проедемся. Интересно, сработает ли тут у нас ЕПП система или нет, потому что возможно тут добавили. Нет, что-то я ничего не вижу, чтобы что-то добавили, как можно было тут ездить, так и осталось. Да, ну походу тут просто нету игроков, которые ЕППшат. Вот тут бот подснежник валяется. Да, вот 134-й модели и 600-й айдишник. Вот еще один подснежник, 190-й айдишник у нас. Но с этим я не смогу разобраться, потому что я не могу выдавать блокировку аккаунтов. Что у нас тут происходит? А тут у нас ничего такого не происходит. Ни ппшеров я не наблюдаю. Кстати, мне больше сейчас интересно проверить воинскую часть. Так, давайте долвехнем. Так, 257-й айдишник. У нас какой-то Санчес Даника. Первый игровой уровень, что он идет возле автосалона, розовых автомобилей на первом уровне, непонятно. Да, что-то я тут никого не вижу, чтобы кто-то ЕППшил. Очень странно, очень странно. Может, это связано как-то с обновлением Нижегородска, потому что, в принципе, я в этом обновлении как-то, ну, не особо сильно разбирался. Может быть, там добавили маршрут, где, допустим, сейчас Батырева, ну, не так сильно важно, допустим, там с Бусаева там на Нижегородск, может, какие-то рейсы есть, которые более прибыльнее, чем с Батырева до завода. Ладно, сейчас последний разок пройдемся вот по этому полю, и я чуть не откинулся. Да, если мы сейчас никого не найдем, то мы пойдем следить за игроками и наказывать всех, кто
нарушает правила проекта, блять. Как я нахуй помер, сука, с самоката, блять. Что за инвалидство-то, боже мой. Раз я умер, значит, оттуда надо было все-таки как-то уходить. Погнали, на любой айдишник, это у нас Chevrolet Niva, ни хрена себе. Прикольный ник. Шестой игровой уровень, Хасани, это свои шахе, шестерка. Нифига он крутой. Ну, братан, что могу сказать? Удачи давай, чтобы твоя шаха превратилась в какой-нибудь там мерседесик. Погнали дальше. Первый одичник, это у нас Cat Group. Он у нас мусор, ФСБшник, служит отечеству. И он находится у нас в СМИ. Он дает интервью Кензе Квертизу. Да, под 285-м айдишником. Погнали дальше. Второй айдишник, это у нас водитель фуры. Да, это у нас Надим Нургалиев. 14 игровой уровень. Едет на фуре, выполняет свой заказ. Сейчас посмотрим, поедет ли он по ИПП или нет. Нет, не поехал. Давайте-ка все-таки за ним до конца проследим, потому что возможно-то, возможно, он и по полюшку поедет. В принципе, он проехал это место, где можно было срезать и поехать по ИПП. Сейчас посмотрим, что он будет дальше делать. И он у нас просто едет по дороге. Значит, это законопослушный гражданин. Надим хорош. Все, давай, удачи тебе. Третий айдишник, это у нас Оливер Бурбин. Первый игровой уровень. Скорее всего, только зарегался на Black Rush, на сервер игры. Возможно, даже ввел мой промокод хэштег Фланери, который я вам тоже рекомендую вводить. Просто берете вот так вот, /промо Фланери. Все, увести и получаете Бугатти на халяву. Вот, Бугатти на первом уровне, ну, это просто шик, это просто... Ты сразу крутой блатной становишься среди всех бомжей на Black Rush. Четвертый игровой уровень, это у нас Алиш Маджорка, 22 уровень, прошу за ошибочку. Он у нас тут катается на камрюхе вместе с Руси Мажориком, но тут, в принципе, ничего интересного такого нету. Пятый айдишник, это у нас никто, или кто? Почему я не могу за ним проследить? Харпит Холланд, первый игровой уровень. Давайте-ка мы к нему телепортируемся. Мне интересно знать, что с ним происходит. Давайте-ка ГМ включим. /G, пятый айдишник. И у нас... что, простите, а где он у нас находится? Ну-ка, давайте-ка еще раз за ним проследим. Мне больше всего это интересно. Это у нас уже другой айдишник. Это, походу, был бот. Потому что я сейчас смотрю, а тут у нас Леня какой-то. Ладно, пофиг, погнали дальше. Шестой айдишник, это у нас Георгий Холз, Холзит. Ебать, город. О май гад, что за ник такой? Вика Сексуалка, 36-й айдишник. Вика, Викуся. Ладно, Викуха, давай, удачи. Да, погнали, пройдемся по крутым айдишникам, погнали. Самый крутой айдишник, это 0. О, тут у нас проходу задержание происходит. Артемис Замолков, третий игровой уровень. Пассажир копейки, тут у нас какие-то жесткие разборки происходят. Коляна, походу, повязать хотят, либо не повязать. Блин, нет, Коляна не повязали, но Колянчик, тебе повезло. Так, погнали дальше. Правильно, надо админов вызывать, если мусоры нападают. Сотый айдишник, это у нас Persona Frozen, это у нас вроде бы адвокат. Он у нас что-то пиздит тут с мусором, что-то разбирается, и походу тут у нас какие-то правонарушения происходят. Я хотел что сделать? Правильно, я хотел проследить за воинской частью. Есть ли у нас тут кто-то такой? Пупсик. Блин, жалько нет. Жалко нету. Ладно, тут я вижу, у нас нету правонарушителей. Погнали дальше. Крутой 200-й айдишник, это у нас Банкрофт Преджатка. Какая-то, блядь, кого нахуй у тебя? Чё у тебя ХП 0, блядь, а ты еще живой, у меня вопрос. И, блядь, он бегает нахуй как бот. 200 ID бот, ХП чекните. Сейчас разберемся с ним. Просто посмотрите, если на здоровье 0, скорость 20, блять, нихуя не мурычит, не фурычит. Ну, значит, баньте. Баньте, значит. Баньте, дамы и господа, нету старших администраторов. Плохо, что могу сказать. Все, ну, как говорится, Банкрофт, ты будешь скоро забанен. Я вот так вот сделаю. И никому, конечно же, не отправлю.
Ладно, погнали дальше. Крутой 300-й одичник, как говорится, 300 сосил тракториста. И у нас у тракториста сосет Дмитрий Кукускай. Первый игровой уровень стоит, лежит в больничке. Походу, тут у нас он помер. Либо же не помер, хрен его знает. Ладно, похуй. 4-й одичник. Ой, блядь, 400. Это у нас Крат Плюскин. Он у нас, блядь, а что у нас? А, у нас УФК стоит. Он у нас на летающем пазике. Смотрите, пазик улетает в небо. Да, легендарнейший пазик улетает в небо. У него уровень 3, транспорт 180 и прочность 100. Ладно, давай, удачи тебе, крак. Я пошел дальше следить. 500-й айдишник, это у нас Маха Ханов. Маха Ханов, 10-й игровой уровень, работает дальнобойщиком. 600-й айдишник, это у нас Макар Денисов. Он у нас тут почему-то ездит по встречке. Ну-ка посмотрим, что он сейчас будет делать. И он сейчас, походу, свою тачку починит, как я понял. Давайте-ка ему тачку починим, чтобы он остался доволен. Интересно посмотреть, что он ответит. Админ, а за что? Просто так, братан, просто так. Чтобы ты тут жил, чтобы не разбился там, не дай бог. Ладно, погнали дальше. 700-й айдишник, это у нас Тимир Пахан, играет в казино. Походу, все сейчас деньги сольют. Ну, что могу сказать ему? Удачи, чтобы бабки не слил. Нихуя мне повезло, я следил за 700-м. Случайно сбросил 2-0, а тут 7-й айдишник рядом стоит. Ну, нормально, что сказать. Погнали, 800-й айдишник не находится на сервере. Блин, у нас, походу, на сервере находится только 721 игрок. Да, как-то вот так вот у нас происходит. Как-то вот так вот, как говорится, вот так вот. Ёб твою мать! Ебать, я скончался нахуй в жестких мучениях. Все, пизда. Вот они стоят, два гения. Давайте им напишем привет. Короче, я хотел жестко подрочить письку на камеру, но, к сожалению, у меня вебки нету, и это нельзя делать на ютубе, за это будет жесткий бан. Ну, это ладно, погнали дальше следить за игроками. Ой, какие нахуй игроки. Погнали дальше следить за пидорами, которые ЕППшат. Сейчас мы их накажем жестко, прям вообще, по всей строгости закона. А, блять, это мои мотоциклы нахуй валяются. Пиздец. Я думал, сейчас поймаю ИППшеров, а это мой мотоцикл тут валяется. Ладно, окей, let's go, как говорится, следить за ними. Интересно, а что будет, если руль было краша подключить? Я не умер. Это победа. Так, я не знаю, что тут еще можно поделать, потому что сейчас на сервере игроков мало, скучно, я хз. Так, погнали-ка, телепортируемся у нас в казино. А, казино государственное. Нет, это же развлечение, это у нас азарт. Казик, казик. Казик какой-то Алиска Сакура словил, опять какие-то ноунеймы казик ловит. Ну, это ладно, скоро Кристофер тоже казик словит. А давайте я дам 100 тысяч. Дайте я ему руку хочу пожать. Что? Ебу... Ой, извиняюсь. Что? Спасибо большое. Не за что, братан. Не за что. Это администратор? Нет. Нет, я обычный мошенник. Сейчас тебя развел, но бабки возвращаю их обратно. Так, так, так. Что у нас тут? Погнали-ка сыграем в блэкджек, в казик, в казино, блэкджек. Ну-ка, погнали, стол. Вот, ставка. Давайте, короче, ставим максимально 5 миллионов рублей. А, это 500 тысяч. Ну ладно, похуй, все равно. Сейчас разберемся. Похуй плюс похуй, равно похуй. О, мне попалось порно в рекомендации. Вот это хорошо, вот это хорошо. Ну ебать в рот, там игрок-то подключится. О, наконец-то. А то я, блядь, уже нахуй тут нахуй на пенсию, блядь, успею выйти и буду халявно на автобусе кататься. Бля, у меня горло болит. Говорит, давайте, пацаны, я тихо буду сидеть. 19. Заебись, даже карту можно не брать. Можно просто назвать, хватит, все будет чики. О, ебать, один лям поднял. Ну-ка, давайте-ка еще азарт. Пошел, пацаны. Все, погнали, 500 тысяч рублей. Ставим. Давайте. На кондициях, Санчик, снимаешь? Ну-ка, погнали. Давай. Так, погнали, ставка 500 тысяч. Дилер мне выдал 2 очка. Это замечательно, конечно, но мне с одним тоже хорошо. 13, это плохо. Если сейчас выпадет туз, то мне пиздец. На-ка, возьми. Да ебать в рот, сука. Ну, нельзя было 8 выбить. Ну, обязательно надо было 9. Сука. Здорово, брат, здорово, нахуй. Давай я тебе бабок дам. Ты крутой. Я не знаю, зачем, я ему просто 200 тысяч. Спасибо, да пожалуйста, братан. Все, давай, удачи. О, давайте лям поставим. Все, сейчас на кондициях давайте. Да, админ ставку. Админ бы еще выиграл, а сейчас заебись был. О! Ура! 3 ляма поднял. А он тиктокер? Нет, я не тиктокер. Я лайкер, пацаны, я ВК-клипер. Сука, я проиграл. Все, казино зло.
Все, пацаны, я вас тоже люблю. Я вас тоже люблю. Все, давайте. Стримы в лайки каждый день 19:00. Так, погнали хасанить на тачке. Жестко, прям вообще 522-й дишник. Погнали, окей, let's go. Вау-вай-вай-вай, ебать, я разложился. Ладно, все, не буду больше материться, а то YouTube точно уже видеоролик так забанит. Так, все, погнали дальше. Так, Ботырева. Ботырева, в Ботырево живут одним боты, да. Вот так. Чуть девушку для серьезных отношений. Я буду твоей девушкой. О! У нас сейчас будет жесткий секс. Все. Видео заканчивается на этом. Всем пока. Да, жесткий секс произошел. Ладно, давайте, удачи, братан. Все, погнали. Я, короче, хочу сейчас полетать, но для того, чтобы мне полетать, мне надо как-то в поле, что ли, телепортироваться. Вот в это мое любимое место, потому что если я сейчас не полетаю, то я очень сильно расстроюсь, и видеоролик никогда не выйдет. Так, короче, я не помню, айтишники, получается, автомобилей самповских. Давайте-ка зайдем на официальный сайт, очень классный. Называется brothers.com, всем рекомендую. Есть у нас Левитан какой-то, это у нас Юрий Левитан, 417 айдишник у нас есть. Давайте-ка попробуем его заспавнить. У нас Юрий Левитан, о, Юрий Левитан, на нем, в принципе, полетать можно, но я не знаю. О, Дживент у нас появился, Дживент у нас появился, и я к ним, то, что сейчас было. Ну-ка, если я напишу /Севент и /Дживент. Да, бля, я не успел, я еще умер. Давайте-ка посмотрим, как у нас проводится мероприятие, как у нас проводит мероприятие администрация сервера. Во, все с кайфом. Так, пупсики, здорово, всем привет. Ебать, тут 4 админа, а сколько репорта? Ебаный в рот, пацаны, за репом-то следите. А, я буду кататься на своей Ламборджини. Окей, let's go. А что с Ламбой? Не говори, что мы опоздали. У вас такого никогда не будет. Администрация, вы слишком долго отвечаете на репорт. Это вам по делу. Нехуй нахуй, да, блять. Это вам, блять, за мой танк, нахуй, который вы зареспавнили, сука. Да восстанут ядерные танки из пепла, или как там было. И полетят Москва, Магадан. Ну-ка, а если я вот это заспавню? Ой-о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 й
Мирка Лакрес, да, мы крутые. И со мной еще Дмитрий Романов. На связи, как всегда, был Кристофер Фонери. Да, все, не мешай мне, ты мне своим голосом отвлекаешь, я не могу нормально закончить. На связи, как всегда, был Кристофер Фонери. Всем удачи, всех пока.